Доброго дня, я вітаю всіх глядачів нашого телевізійного каналу і запрошую до наступної розмови на тему. Ми сьогодні будемо говорити про книгу. Традиційно по понеділках ми говоримо про миколаївську книгу, але цього разу вийшло так, що автор книги не миколаївська. І книга сама видана була у Києві, але вона про нашу землю і написана людиною, яку з нашою землею пов'язувала чимало. Книга Валентини Володимирівни Крапивіної, яка багато років очолювала у львівську експедицію і якою не стала вже понад 2 роки тому. Науковий світ України поніс тяжку втрату і, безумовно, ця втрата і для нас, миколаївців, людей, які любили свою рідну землю і, зокрема, цей чудовий, надзвичайний куточок і національний заповідник Ольвія, це також втрата, яку неможливо заповнити. Ми сьогодні будемо говорити про цю книгу, безумовно, будемо згадувати Валентину Крапивіну разом із нашими гостями. В студії сьогодні старший викладач кафедри археології Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського Олександр Ігорович Смірнов. Доброго дня. Доброго і в нашій студії старший науковий співробітник Миколаївського обласного краєзнавчого музею Наталія Михайлівна Гаркуша. Доброго дня. Отже, я вже сказала про книгу, про яку ми будемо говорити. Власне, книга – це інформаційний привід. Давайте ми її одразу покажемо нашим глядачам. Книга, ось така книга Ольвія Понтійська, греко-римський та пізньоантичні періоди. Книга авторства Валентини Крапивіної. Побачила світ вона щойно. І, якщо можна, ми почнемо саме з того, як народилося це видання. Ну, давайте, може бути, пару слов я скажу потім, Наталія Михайловна. Унікальна в некоторій степені книга по сюжету ее издания. Дело в том, что Валентина Владимировна долгие годы руководила экспедицией львийской, занималась проблемами присвоения Ольвии памятника и статуса национального музея и национального заповедника, но до докторской своей диссертации, как говорится, у ученых исследователей никак не доходили руки. И вот буквально 5 лет тому было такое, и было уже на сегодняшний день, большое издательство, это высшая школа, где Валентина Владимировна и ряд авторов наших, это Сергей Дмитриевич Крыжицкий, Анина Александровна Липунская на сегодняшний день, тоже, к сожалению, покойные исследователи Ольвии, написали огромный учебник, большой учебник по именно истории Ольвии. Один раздел Ольвии именно римского времени, 1-4 веков нашей эры, был написан Валентиной Владимировной Крапивиной. И после ее смерти совершенно случайно, можно так сказать, ее муж Евгений Павлович Крапивин поехал в это издательство для того, чтобы забрать рукопись. А в этот момент издательство было объявлено банкротом, и самого издательства как такового не было. Это центр Киева, там уже все выносили на макулатуру и так далее и тому подобное. И Евгений Павлович в огромной куче макулатуры нашел рукопись данной книги. И очень повезло, в рукописи остался диск. Поэтому вот только уже после смерти Валентины Владимировны часть учебника большого, который планировался высшей школы для университетов, превратился при редактировании античного отдела Надежды Аксентьевны Гаврилюк, нашей землячки из Николаева, которая сейчас работает в Киеве, превратилась в отдельную вот такую монографию, которая, в принципе, должна была выйти при жизни Валентины Владимировны. А получилось так, что получается мемори, память под ее авторством, и семья, и отдел античности, археологии подготовили такое издание. На самом деле история просто невероятная, потому что там же могло быть все что угодно. Какие-то минуты могли отделять мужа Валентины Владимировны от того, что он не найдет это все, да? Просто вот. А с другой стороны, очевидно, такие вещи не могут быть случайными. Так это было предначертано, чтобы труд не ушел, а дошел до своих читателей, что очень важно. Вот тираж невелик, 300 экземпляров. В масштабах страны это небольшой тираж, но сегодня это вполне реалий, к сожалению. По крайней мере, книга все-таки сможет дойти до читателя через большие библиотеки, университетские библиотеки. Конечно, мы очень рады, что такая работа появилась. Вы знаете, мне сегодня, вот вы пришли вместе с фотографией Валентины Владимировны, и мне хочется, чтобы несколько слов прозвучало о ней. Александр, я знаю, что вы ученик ее в какой-то степени, можно так считать, да? И
Мне приходилось встречаться с Валентиной Владимировной не так часто, но каждая встреча с ней – это какое-то такое очень светлое и доброе воспоминание, потому что она сама была очень светлым, очень, мне кажется, оптимистичным, очень жизнерадостным человеком. Да, действительно, меня можно считать учеником Валентины Владимировны, я этим горжусь, и никто не скажет, что это неправда. Действительно, в состав ее экспедиции я попал как волонтер в возрасте 15 лет. Соответственно, даже целый год, целый сезон археологический Валентина Владимировна не знала, что моя фамилия Смирнов, потому что я приехал с группой московских волонтеров-археологов, которые работали на Альвийской хоре. Я в группе приехал, меня все назвали Николаевский, поэтому Валентина Владимировна даже думала некоторое время, что это моя фамилия, да. А я специально, будучи юношей такой с максимализмом, не говорил, что у меня фамилия Смирнов. Дело в том, что мой отец и Валентина Владимировна начинали вместе свою археологическую деятельность именно в Ольвии. Я вот попал совершенно инкогнито, можно так сказать. И потом с 96 по 2006 год, в течение 10 лет, я работал в Ольвии как волонтер-школьник, потом волонтер-практикант-студент и, соответственно, благодаря Валентину Владимировну стал начальником, замначальника уже собственных античных экспедиций, руководил участком в Ольвии. По поводу жизнерадостности, наверное, неправильное слово немножко, не жизнерадостное, а человек светлый, к которому тянутся вот все люди. Есть такие жизнерадостные люди просто сами по себе, а этот человек был светлый, который притягивал и учеников. Немногие остались в науке, но те группы волонтеров, которые были знакомы с Валентиной Владимировной и работали в бытности руководства в Ольвии, по сегодняшний день их уже дети ездят тоже с нашей экспедиции. И не зря в Ольвии, в экспедиции, люди, которые работали с Валентиной Владимировной, по-другому ее не называли, как «мама Валь». Валентина Владимировна звучала только в официозе, когда кто-то приезжал на раскопки, в момент камеральной обработки и учебы, методологии работы на античных, трудных античных памятниках, чем является Ольвия, самый трудный античный памятник у нас в регионе. Именно мама Валя учила нас копать и, соответственно, вот этой своей добротой и, конечно же, вовремя взбучками, да, научила нас работать. Потому что, ну, говорить, что действительно мы только вот в ауре доброты, на самом-то деле нет, мы, наверное, не научились. Мы добры в таких вот взбучах, что потом не разговаривали, выгоняли нас из экспедиции, как несостоявшихся молодых специалистов, да. Ну, утром выгонялось, вечером, соответственно, потом решались вопросы. Это тоже сейчас вспоминается как вот такие позитивные аспекты. И только добрые слова. Вот, я думаю, что вы согласитесь, вы же сами преподаватель. Да, вы согласитесь, что вовремя качественная преподанная взбучка это, в общем-то, нормальный стимул для дальнейшей работы. Я об этом говорю, что вот эти вот взбучки вырастили целую плеяду современных, не сказал бы молодых уже на свой, молодые это те, которые сейчас уже студенты, в свой адрес, но вот плеяду археологов, которые сейчас возглавляют экспедицию на острове Березань, которые возглавляют собственные экспедиции Викторовки античные, работают на античных памятниках. И это, в принципе, вот эту любовь к работе и к памятникам, на которых мы работаем, привила нам Валентина Владимировна Крапивина. Потому что она нас научила иногда ставить памятник выше собственных амбиций и в некоторой степени даже иногда вот в ущерб семье. Вот что она нам показывала и благодаря, опять же, Евгению Павловичу, который нашел, что семья ее поддерживала, это тоже ее большое счастье, что и муж, и сын потом, не будучи археологами, всегда находились в экспедиции, поддерживали ее, и ей было легче работать вот в таких условиях. Наталья Михайловна, я понимаю, что Валентина Владимировна, она была тоже и гостем частым в Краеведческом музее, все-таки достаточно много места в Краеведческом музее. Сегодня в комплексе Старофлотские казармы отведено именно Ольвии, и наверняка в этом тоже большой ее вклад.
Безусловно. Дело в том, что да, в музее большая львийская коллекция, ну, может быть, применительно к другим крупным музеям не настолько, но тем не менее интересная, позволяющая говорить об Львии, и о застройке, и о ремеслах и так далее, то есть характеризовать город. Но наша львийская коллекция сформировалась в основном в 20-е годы. Это была еще экспедиция Бориса Владимировича Фармаковского. Так сложилось. Затем на рубеже 60-70-х годов немножко коллекция была пополнена материалами. Экспедиция, которой руководили ученики Фармаковского, Александр Николаевич Карасев, Елена Ивановна Леви. А когда музей в 80-е годы надолго был закрыт, около 10 лет у нас не было экспозиции, то первую большую выставку в здании на Декабристов 32 было решено делать археологической, затем уточнили альвийской с использованием материалов Ольви и Хоры, и, конечно, нам потребовался опыт Валентины Владимировны, она с удовольствием нас проконсультировала. Мы свою выставку тогда назвали «Возвращение», речь шла о возвращении к нашим посетителям альвийской коллекции, и тогда с ее разрешения, с ее как-то такого доброго согласия в фондах Львийского заповедника мы получили на временное хранение предметы, но временное хранение в музеях может быть и достаточно длительным. Они и в настоящее время представлены в археологической части нашей коллекции, в Львийском разделе нашей коллекции. Мне бы хотелось, чтобы мы еще, может быть, чуть подробнее поговорили именно о книге, презентация которой состоялась в субботу, как раз в Николаевском краеведческом музее. Но это оправданно, понятно. В чем уникальность именно этого издания, потому как действительно очень много научных работ, и мы видим, что вот у нас здесь, собственно говоря, на столе здесь есть вот выпуски «Альманах», да? Правильно? Это сборник. Сборник археологии «Давняя история Украины» в память Валентины Крапивиной. И есть много достаточно научных работ, написанных ею. Вот эта книга, которая только увидела свет. В чем действительно ее уникальность, чем она важна сегодня? И для кого? Для ученых или люди, которые интересуются историей, тоже могут стать читателями именно этой книги? Ну, давайте я попробую ответить на данный вопрос. Ну, любая книга, чье бы это ни было авторство, да, она уникальна. Именно Ольвия Понтийская Валентины Владимировны первых веков, это греко-римский период так называемых, первых веков нашей эры, она уникальность ее заключается в том, что действительно первые века нашей эры – это те века, где самые были уничтожены слои, археологические слои Ольвии, и данную работу Валентина Владимировна в течение 20 лет планировала и никак не могла закончить. По малым крупицам она восстановила историю нашей Ольвии, как раз в римский период, когда здесь находились римские легионеры, потом римские легионеры уходят, готские, германские нашествия, разрушения Ольвии, слои археологические очень разрушены, поэтому материалов было по капельке, по крупице, которые и собрала Валентина Владимировна. Для специалистов это очень интересный материал, аутентичный, это ее личное исследование, она руководила данными исследованиями. И плюс, еще огромный плюс данной книги в том, что я говорил о истории ее создания, она готовилась для студентов, поэтому на сегодняшний день она преобразована как еще и учебник для общего числа, для общего зрителя, да, если это фильм, для общего читателя, который бы прочитал данную книгу и имел представление о нашем регионе, о Николаевщине, о Ольвии именно в первых веках нашей эры. Других исследований только статьи, а читатель не будет выбирать научные сборники и вычитывать какие-то крупицы. А в этой книге именно собраны все материалы, где бы человек, прочитав, мог иметь представление, как же происходили исторические процессы именно в античный и римский период на территории юга Украины. А вот «Мемори», которое вы держите в руках, это как бы сборник памяти, где-то был построен, это был выпуск специально, посвященный Валентине Владимировне, ее жизни, жизненному пути, и авторский коллектив, либо же редакционная коллегия построила его так, что в первой части были представлены либо же коллеги и еще учителя Валентины Владимировны написали свои, как бы старшего поколения археологов написали работы ее памяти и археологические исследования. И вторая часть была посвящена именно уже ученикам
на которых воспитала, и работам учеников, которые воспитала Валентина Владимировна, с новейшими совершенно, с новейшими исследованиями. И очень хорошо, что данный сборник попал в Николаев, потому что это издание киевское, и так называемый, сейчас очень модно говорить, Scopus Factor. Соответственно, этот журнал, он расходится по всем библиотекам Европы. Он является в электронной базе Европейской археологической, исторической, гуманитарной науки. И если бы не работа нашего областного краеведческого музея, наша и презентация этих книг в Николаеве, как и хотела Валентина Владимировна, потому что основную свою деятельность и жизнь она проводила во Львове, на Николаевщине, то мы могли бы и не увидеть данный сборник в Николаеве для студентов и специалистов. Его бы видели в Германии, Англии, Бельгии, в других странах, а николаевцы не смогли бы прикоснуться к вот страничкам нашей истории. Благодаря данной презентации и, соответственно, родственникам, это мужу и сыну Валентина Владимировна, которые настояли на том, что презентовать и сборник, и монографию, наверное, бы хотела Валентина Владимировна в Николаеве, и такая большая презентация прошла благодаря нашему музею, в нашем музее. В Киеве презентации данной книги не было. Здорово. Я сейчас, знаете, о чем подумала? На самом деле археологический сезон, он же, в общем-то, не такой длительный. Это июль, август, ну, как правило. И, ну, вы так сказали, что большая часть жизни Валентины Владимировны была связана с Николаевым. Вот эти 2 месяца, они, оказывается, были больше, чем оставшиеся 10. Дело в том, что у археологов, у полевых археологов, да, большая часть года проходит в кабинетах, в библиотеках, в музеях, научно-исследовательских институтах. Mm-hmm. Короткий период в году лета, но его любят, потому что это как раз то время, когда проходят исследования, находки, пополняются материалами. А вот что касается книги, если вы позволите продолжить. Да, конечно, да? Конечно. Как у каждой истории, у этой истории есть предыстория, потому что Валентина Владимировна с детства мечтала быть археологом, но так воспитанная в семье, ну, очевидно, такого строгого военнослужащего. Вначале она занималась языками, она была студенткой пединститута киевского, изучала английский язык ровно год, отлично закончила первый курс, но мечта стать археологом победила, поэтому она поступает на исторический факультет Киевского университета, успешно его заканчивает с отличием в 1973 году. Через 15 лет была защищена кандидатская диссертация по теме позднего периода в истории Ольви. И вот покажите, пожалуйста, нашим читателям еще одну книгу. Она вышла в 1993 году. Это монография «Ольвия. Материальная культура. 1-4 век нашей эры». Книга, которая не утратила своего научного значения, действительно очень такой хороший собран материал по позднему этапу развития Ольвии. А презентуемая в Николаеве книга, о которой вот мы говорили, угу, Ольвия Понтийска, конечно, поскольку презентация прошла вот совсем недавно, только 2 дня тому назад, еще почитать основательно времени не было, но я приведу вам такую статистику. Во-первых, Валентина Владимировна – автор 217 научных публикаций. Заметки, сообщения, mm-hmm, на конференциях, доклады, участие в коллективных монографиях. И вот такая работа, которая на то, что накапливалось для докторской диссертации. Есть такое понятие в каждой книге, в научном издании, как литература. То есть на то, на что опирается. 900 наименований вот в разделе «Литература». То есть настолько обширно был проработан материал. Сегодня для любого начинающего исследователя вот просто берешь эту книгу, и список литературы может быть отправным для начала любого, в общем-то, изучения тех или иных аспектов как в жизни Ольвии, так и всего античного периода в Северном Причерноморье. Здесь архивные. Для кого-то неподъемный просто. Здесь архивные материалы, здесь опубликованные материалы. В общем-то, конечно, книга структурно хорошо сделана. Она состоит из 2 частей, в каждой части свои разделы, и прописаны и быт, и культура, и, ну, в общем-то, настолько все добротно сделано. Приложение, более 200 иллюстраций, которые помогают
разобраться в исходном материале. Вот книга на титульной странице, вы видите находку из раскопа Валентины Владимировны, Герман, маленькая мраморная, найденная в ее раскопе. В общем-то, очень добротно сделано. Я думаю, что прежде всего благодаря семье, издателю Олегу Васильевичу Филюку, вот такая работа стала возможна. А очень рады мы, конечно, что в Николаеве, потому что это абсолютно правильно было провести здесь, в начале лета, когда у археологов полевой сезон. Вы знаете, вот, к сожалению, бывает иногда так, когда человек бесконечно влюбленный в свое дело, в то, что он делает, не стало человека, и дело от этого страдает. После Валентины Владимировны. Ольвия в надежных руках сегодня? Сейчас руководит экспедицией Ольвийская Алла Валерьевна Буйских, которая практически вот все время работы Валентины Владимировны была замом Валентины Владимировны, была правой рукой Валентины Владимировны Крапивиной в плане организации работы, в плане самой экспедиции, борьбы за памятник. Поэтому я считаю, что можно говорить, что в довольно-таки надежных руках сами археологические работы в Ольве. А вот в плане поддержки самой Ольви и заповедника, в плане поддержки, наверное, в кругах администрации, власть имущих, как принято называть, Валентина Владимировна делала огромное количество работы. Она ходила по кабинетам, она добивалась статусов, она добивалась финансирования на хотя бы на охрану, не на сами археологические исследования, хотя бы на охрану самого заповедника. Алла Валерьевна Буйских, она тоже проводит данные работы, но она исследователь более, так сказать, академического плана, и, соответственно, она работает над тем, чтобы работы и археологические находки не оставались только в работах археологов, чтобы о них знали бы во всем мире. Но вот в лице Валентины Владимировны именно поддержку, мы потеряли очень сильную поддержку в кабинетах власти, управления культуры, министерства, где Валентина Владимировна вот как за своего, за Ольгу, как за своего ребенка и за этот памятник билась. Вот, как человек авторитетный очень, да, уже. Лучезарный и человек, который вот всегда в движении. До самой смерти она писала статьи, звонила, собирала письма, ЮНЕСКО. Лучезарность ее, доброта и бескомпромиссность, вот что очень трудно сочетается в характере. Она человек был открытый, добрый, со всеми общалась, разговаривала, но если что-то касалось Ольви и Ольвийской экспедиции, человек, который не шел ни на какие компромиссы, которые бы могли бы повредить заповеднику, памятнику и той работе, которую она проделала. До появления охраны в Ольве Валентина Владимировна, там такие случаи жизни, которые мы помним и будем всегда помним, еще не было охраны, она как начальник экспедиции брала там в руки лопату и ходила выгонять огромных лбов черных, там, не черных, грабителей, которые приезжали из Крыма. И своей такой вот лучезарностью, напористостью, пока мы там подходили, она их уговаривала собрать вещи и уехать. Нет, в археологов нет, но своим напором они не понимали, что это за такой невысокая маленькая женщина, да, в пробковом шлеме, которая вот может так спокойно, бездумно, с одной стороны бездумно, с другой стороны вот так вот рьяно идти защищать. Сейчас покажу фотографию, пробковый шлем, это вот всегда идешь по Ольве, пробковый шлем это Валентина Владимировна. Такая традиция пришла от Фармаковского, он тоже носил пробковый шлем, и вот через столько времени пробковый шлем появился еще одного руководителя Валентины Владимировны Крапивиной. Вы знаете, у нас буквально одна минута осталась, но мне бы хотелось вот еще, чтобы вы сказали николаевцам. Мы сейчас показали эту книгу Ольвия Понтийская, а есть ли она еще где-то в Николаеве, чтобы можно было ее почитать, тому, кто интересно, студентам особенно изучить, где она есть?
Уже так сложилось, что на презентации книгу получила библиотека Крапивницкого, библиотека Гмырева и педагогическая библиотека. Как минимум 3 экземпляра, кроме тех, кто захотел приобрести для себя, уже есть. Точно так же и сборник. Дело в том, что сборник большой, 45 авторов, среди них 9 николаевских авторов. Сборник тоже появился в библиотеках, и поэтому можно с ним будет ознакомиться. Плюс библиотека Краеведческого музея тоже можно посмотреть. Ну, а для личного пользования, к сожалению, это киевские, конечно, издатели. Mm-hmm. У нас в продаже данных книг нет, но кому интересно, это можно в интернете найти издательство Филюка, mm-hmm. где можно сделать заказы на данную книгу. Mm-hmm. И получить уже сейчас ее через там, новую почту по почтовому переводу, заказать данную книгу возможно. Но, к сожалению, издатель привез только mm-hmm. подарочные варианты и то, что вот было продано mm-hmm. на самой презентации. Потому что, повторюсь, тираж небольшой, 300 экземпляров для Украины, а все-таки и учеников Валентины Владимировны довольно-таки много, которые считали за честь иметь эту книгу дома, и, соответственно, ну, людей, которые занимаются историей, археологией, тоже достаточно, я уверен, что если не будет репринта данного издания, это издание станет библиографической ценностью, как и книга предыдущая. Вот желто, видите. Покажем гашение. Есть да. у нас на экземплярах. Дело в том, что в процессе... А, у меня нет. На, нет, на это, моем так а я ваше ставил в машине. Тоже нет, да, к сожалению. Нет, и на тоже тоже нет, но к сожалению. Значит, эсклибрис библиотеки Валентины Владимировны в этот день гасили тоже на экземплярах. Ну, к сожалению, в этих нет, но в музейном экземпляре есть. Я дякую вам за нашу сьогоднішню зустріч. І закінчуємо його цією фотографією Валентини Володимировни Крапивіної. Я сподіваюся, що сьогодні наша бесіда, вона не тільки про цю книгу, а в її пам'ять, що вона була цікава миколаївцям, людям, які люблять свій край і які цікавляться його історією. Сподіваюся також, що буде у книги впевнений свій глядач і шанувальник. Дякую ще раз. Дякую вам, шановні друзі, що ви були разом з нами. Залишайтесь на нашій хвилі, буде цікаво. Хай щастить в ефірі, побачимось.